Всем привет, дорогие друзья, любители мотоспорта. Затронем, пожалуй, одну из основных и самых наболевших тем. Это защита. Защита для мотокросса, вообще, в принципе, защита для всех любителей активных видов спорта. Потому что есть у них очень как бы универсальные модели, в которых можно двигаться вообще куда угодно. Ездить на горном велосипеде, и на мотоцикле, и на дорожном, и на внедорожном, и так далее. Скажу честно, не буду врать, я как бы выступаю и тренируюсь, прыгаю фристайл без нагрудников. Объясню сейчас по ряду причин, потому что у меня были случаи в моей карьере, когда я там цеплялся защитой за что-то, за пластик, цеплялся за мотоцикл, это меня как раз приводило к падениям, которых, в принципе, можно было избежать. Плюс он мешает, как бы, да, там он сковывает немножко движение, мешает гнуться, то есть есть определенные минусы. Но если подобрать правильный нагрудник, грамотный, да, то он как бы будет работать и выполнять все ваши требования и то, как оно нужно. У Alpine Stars имеется большой ряд защиты в целом и нагрудников в особенности. Есть версии полностью пластиковые, да, то есть стандартные, которые просто одеваешь на пластиковых защелках. Она такая вот, ну просто дубовая, просто сделанная из пластмассы, но аккуратная. Есть сетки, есть вот наподобие вот такой. Покажу. Наподобие вот такой, то есть очень удобная штука, в плане здесь вот куча всего, она на основе сетчатой материи, сделаны вставки на плечи, на локти, на грудь, плюс здесь еще даже пояс есть, можно затянуть как бы еще, чтобы держало поясницу, задняя защита, да, то есть вся, вот весь позвоночник защищен, копчик защищен, да, то есть очень много здесь вставок всяких вот можно увидеть, грудь, да, вся грудь защищена. Как бы вот большая плата, можно увидеть, да? То есть как бы все в принципе грамотно. Вот такой тип защит, из-за чего как бы она у меня есть, да? То есть он классно подходит для моментов, когда ты, как говорится, решаешь быть совсем плохим. Когда ты делаешь поролоновую ванну, какие-то, не знаю, ты хотел попробовать сальто вперед, или там двойной назад, или какой-то прыжок с квотера. Или, например, ты делаешь первый раз на землю то, в чем ты не уверен. Да, например, то есть вот эта штука идеально подходит, ты как бы оделся, ты в безопасности, ты понимаешь, что вероятность падения существует, она достаточно большая, поэтому лучше себя обезопасить по максимуму, и вот такое вот снаряжение, как бы оно, в принципе, выруливает и спасает тебе здоровье, кости и так далее. Вот. Но, например, повседневная езда, в моем случае, как я еще раз помечу, я говорю про фристайл мотокросс, про свое направление, это неудобно для всех. Не знаю, может быть, там эндуристов, части кроссменов или просто любителей активных покатушек там по лесу, да, в спокойном режиме. Я считаю, что это просто ну, необходимая и незаменимая вещь. Мне очень нравится одна из моих любимых защит. Это вот такая вот штука. Я себе подобрал ее из всей линейки Alpine Stars. Она супер легкая. Тонкие лямки, на которых она ложится как бы на плечи. Супер крутая плотная вставка на весь позвоночник, да, то есть как бы это верх спины, это низ, это середина, плюс ко всему она грамотно вырезана, то есть она, соответственно, ложится по твоей спине и абсолютно не сковывает никаким образом движение. Спереди как бы тоже очень плотная вставка от камней, от, конечно, от глобальных пробоев, я не знаю, там вряд ли она защитит, хотя вот эта материя салатовая, которая внутри, да, насколько я знаю, что она очень грамотно работает именно на пробой, то есть при соприкосновении с чем-то твердым, там, с землей, с бетоном, с камнем, чем угодно, она моментально черствеет. То есть так, как бы она вся эластичная, но при точечном попадании, как бы этот материал, он сразу как бы становится дубовым и защищает. Очень удобная штука. Она элементарно накидывается таким вот образом. Суперкомфортная, удобная застежка на липучках. Причем, кстати, они служат очень долго. Чпок, все. То есть одеваете сверху джерси, ничего не торчит, нет безумных всех вот этих вещей. Но нужно понимать, да, что здесь как бы минимум защиты и как бы и максимум удобства. И также для съема, также вот офигенно, что есть вот такие вот лямочки. Просто потянул, хоп, раз, и все. Собственно, вот я для себя выбрал вот эту модель. Я в ней езжу кросс, я в ней езжу эндуро. Я ее иногда одеваю на фристайл, вот. Редко, правда, но одеваю. Вот, а так в целом все остальные мои покатушки, включая снегоход, эта штука неотъемлема. И, кстати, я даже скажу так, что она идеально подойдет для... Я катаюсь на сноуборде, хочу это зимой попробовать. На сноуборде тоже не можно гонять запросто. Так что так, берегите себя, выбирайте правильную защиту. И самое главное, чтобы эта защита вам подходила, чтобы вам было в ней комфортно. И чтобы она, в принципе, выполняла от А до Я все ваши требования при езде. Всем здоровья!